Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Приглашаем всех в Алматы на центральный стадион, где сегодня в матче 29-го тура казахстанской премьер идет вперед Кайсар. Долго, очень долго передавали мяч друг другу газелординцы перед штрафной площадкой. В конце концов пробил Сергей Струков, но мячом сегодня у него такого больше кремового цвета. И удар по воротам. Мяч летит мимо цели. Но Кирилл Пряткин там все. Он жетсінде Кайрат жеңіске жеткен, оныңда Кайсар басым түскен қарсыласынан және оң кездесу тең аяқталып дал қазір. Кайраттың мүмкіндігі баспен бақтаған соққы жоғары кетті. Мінекей Жерар Гоу да ойынға етене алды. Я Бауыржан өзі біледі қай жерде ойнаса да. Оң қанатты басы. Зачем претинговать, если сами передачи ошибаются? Хозяева поля, пас вправо. Мне кажется, что не ожидал все-таки игрок этой передачи. И все в конце концов завершилось. Исламхан Узумплуда, Исламханның соққысы және бір ойыншыға тиіп. За полтора сезона футболки Кайрата Нехти. Сын, между прочим, в прошлом игрока алматинского клуба. Опасный момент сейчас. Гол с первой попытки не забивает. А здесь вынос мяча из пустых ворот. Землянухин выбивает. И никаких сейчас претензий у игроков Кайрата нет, поскольку действительно Землянухин вынес мяч до того, как тот пересек лицевую линию. Точнее, до того момента, как он мог пересечь лицевую линию. Вот момент. Удар Гоу Пряткин парирует. Мяч очень удачно для нападающего отлетает, у которого 4 желтые карточки. Опасная передача. Какой момент сейчас был у кайратовцев. Исаэль получил великолепный пас от своего партнера, от Боржана Исламхана. Там еще Гул набегал на эту передачу. Смотрите, поднял голову Исламхан и выложил мяч Исаэлю. А там еще Гоу, и так получилось, что... Кайсарлықтар тамаша шабыл бастап келе жатыр еді, бірақ топты қайтан беріп қойды ал қазір. Керемет орынтал сәт туындаған еді. Тура қақпаның маңынан өте шықты топ. Қазір қайталау сәтінде көреміз. Кирилл Пряткинде дер кезінде сол бір бұрышқа қарай секірген еді. Соққы бақытталған жерге, бірақ қол жетпеді. Абырой болғанда мінекей төреші дұрыс шешім қабылдады. Сонымен қазір Кайрат футболшылары нүктеде. Соққа, ох, мінекей керемет соққа. Қақпаның бағанасына, маңдайшасына кеп тиді. В матчах между этими командами с 2007 года, то есть уже 7 лет. Сейчас желтую карточку получает Дамир Даутов. Она у него четвертая в чемпионате. И из трех матчей еще ни один не проиграли. Удар по воротам. И снова мяч летит мимо цели. Перекладину с Ламханом. Опасный момент. Струков. Ну и вот Хомич теперь себя проявил. Точнее, игра с шымкентским Ордабасы. Что касается Астаны, пока ее ничего не касается. Пока удар по воротам. Мяч влетает в сетку. Вот так неожиданно. Нехти забивает ворота своего бывшего клуба на 53-й минуте матча. Как-то сыграли в обороне не очень уверенно защитники Кайрата. И все завершилось взятием ворот. Оставили одного перед штрафной площадкой Нехтия. И тот вот таким образом для Нехтия, конечно, принципиален матч. Я уже говорил в первом тайме, что Нехтий этот сезон начинал в составе Кайрата, но не попадал в основной состав и по ходу сезона перешел в Кайсар. Ну что ж, вот так 0-1 Кайрат проигрывает к безумной радости болельщиков кызылординской команды. Я футбол дамун дожалилар көп боладым неки бронко командасына гол соғып отырған. Перестроиться по ходу игры и взломать неприступную оборону соперника. Гол штрафной площадки. Выходит из ворот Пряткин. И в конце концов мяч забирает 37-летний. Исаэль вновь делает передачу на Куантаева. Опасно сейчас в ближний угол бил защитник Кайрата. Но Пряткин все просчитал на несколько ходов вперед и закрыл ближний угол. В принципе, так должен играть любой вратарь. Ближний угол считается вратарским углом. И если бы за боковой на Бакаева,
Тот пас назад. Смаков. Какой жесткий стык сейчас был между Смаковым и Калининым. Судья принимает сторону гзлардинского футболиста. Капитан Кайрата негодует и получает за это от судьи Анау Самата вторая в этом сезоне. Нет, ну, Самат, конечно, игрок авторитетный футболист, но за такие споры с судьей можно получить и второе предупреждение. Посмотрите, оба пошли в мяч очень жестко. И в данной ситуации судья... Алстан бақтыған соққа, керемет соққа. Михайлик бақтады, ешкім күткен жоқ. Мінекей. Любомир Михайлик қазір керемет соққа бақтады. Кирилл Пряткин оны қайтарды. Бұл дегеніңіз тағы бір бұрыштан доп көтерледі деген сөз. Алыстан жойқын соққы, я. Шындығында да Кирилл Пряткин үшін қиындық туғызды. Қайсар футболшылары сондықтан да доп қайрат ойыншыларында. Мінекей қазір Жерар Роға қарай келе жатқан еді. Гол! Гол соға алған жоқ. Жанан апсайтта көрсетілді. Я, гол! Бүгін бұл ойыншының негізі мүмкіндіктері мол болды. Забивать. Но сегодня пока у него это не получается так же, как у всей команды. Пряткин ошибается на выходе, и мяч влетает в ворота. Мяч влетает в ворота. 1-1. Жерар Гоу. Неужели это он забивает гол? 1-1 на 75-й минуте матча. Счет сравнивается. Пряткин неудачно сыграл на выходе, и там из пустых ворот не удалось выбить мяч игрокам Кайсара, как это в первом тайме сделал Землянухин. Все-таки добили своего кайратовцы. Расстроен Пряткин. Быстренько замена у Кайсара. Пас алмасу газер. Плиев тамаша берді. Және тағы бір соққа. Керемет. Исаэльдің мүмкіндігі мүлт кетті дегенмен де. Бить по воротам Милош. Милан Яблон. Разбег. Мощный удар. Удар не только был мощный, но еще и такой парашютом он опускался рядом с девяткой ворот Хомича. Вот здесь хорошо будет видно траектория полета мяча. Все через центр лезет Кайрат. Там и так много народу. Тем не менее просочили штрафной, опасный прострел от Заурбека Плиева, но надежен Пряткин. Абданбаев к основному времени матча. Нехтей наступает на мяч. Оставляет его под удар. Как хорошо сейчас издали пробил Струков. Но хорошо сыграл Хомич. Парировал, достал мяч в нижнем углу. Перевел его на угловой. Виталий Ли накануне играл за дубль Кайрата. Алматинцы выиграли со счетом 5-0. Ли забил гол. Еще три мяча провел Уразаев. И один гол Кадырали. Вот мяч выскользнул буквально из-за спины. Ислам выскочил. Плиев. Вырезает Плиев мяч на гол. А вот сейчас Кирилл Пряткин не ошибается. Но там еще и в положении вне игры оказался гол. И пошел вперед. Но вот сейчас желтую карточку за затяжку времени получит Кирилл Пряткин. Это у него третье предупреждение в сезоне. Не скажу, что все играют на Струкова. И финальный свисток. Финальный свисток. Алматинский Кайрат теряет 2 очка в домашнем матче против Кайсара, играя с ним в ничью 1-1. Я услышал, Астана выкшеледі. Айта кетейік, бүгін Астана Ордабасын жеңгеннен кейін...